Санкт-Петербурге в Большом зале филармонии выступили трубач-виртуоз из Германии Тиль Брёнер и российский саксофонист Игорь Бутман в сопровождении Московского джазового оркестра. Концерт подготовили специально для форума фестиваля «Джаз поверх границ». Музыканты исполнили авторские интерпретации лучших джазовых произведений, а еще добавили в музыку сплетение африканской и европейской культур. Но самое главное – оставили место для импровизации. Самого Тиля особенно впечатляет, как джаз звучит в России. Когда бы я ни приехал в Россию, и когда бы не играл с русскими музыкантами, здесь я слышу то, что могу найти только здесь. Это традиции долгого наследия классической музыки. Современная классическая музыка, которая всегда, как по мне, имеет более джазовое звучание. Музыкальное наследие России очень велико, и для меня это не стало сюрпризом. Музыкант рассказал и о том, с какими сложностями столкнулся в музыкальной карьере, лично поговорил с молодыми музыкантами из России и дал нужные советы. Я начинал как очень-очень молодой и далеко не самый заинтересованный музыкант. Пара советов, которые я получил от нужных людей, изменили мою жизнь и сделали ее другой. Я хотел бы рассказать аудитории о музыке, моем музыкальном образовании и о том, как я рос и работал, чтобы стать джазовым музыкантом сегодня. Теперь Тиль Брёнер и Игорь Бутман готовятся к выступлению в Лондоне. Затем спецпрограмму покажут на родине самого трубача-виртуоза. Алла Белякова, Михаил Юдин, интернет-телевидение, Город Плюс.